Здравствуйте, товарищи подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Роман, и я представляю фирму Ginzu. Сегодня в нашем обзоре будет мультимедийная акустическая система 2.0 модели GM101. В данную акустическую систему входят две колонки с суммарной мощностью 12 Вт. Акустическая система подключается по проводной связи через 3,5 AUX, а также имеет аудиовыход для подключения ваших наушников. Колонки выполнены передняя панель из EPS, корпус выполнен из MDF. Глубина, ширина и высота каждой из колонок составляет 110 мм на 108 на 180 мм. Давайте перейдем ко второй части нашего видеообзора и ознакомимся более детально с данной акустической системой. Ну что, дамы и господа, вот мы перешли ко второй части нашего видеообзора на мультимедийную акустическую систему 2.0 модели GM101. В комплектации данной акустической системы идут непосредственно две колонки, а также гарантийный талон и инструкция эксплуатации. Как мы и заметили, имеются две колонки. Одна колонка с пультом управления, а также выходящими из нее проводами подключения, и дополнительно вспомогательная колонка. По управлению имеется Power включение-выключение, а также регулировка громкости. Из управляемой колонки выходит три провода. Провод AUX 3,5 для подключения гаджетов, с которых будет идти воспроизведение аудиозаписей. Также провод для подключения ко второй колонке. И провод питания сети для того, чтобы ваши колонки работали. На месте управления имеется также аудиовыход для подключения наушников. Давайте сейчас мы с вами все это вместе подключим и послушаем, как оно все играет.